Друзья, привет опять. Это опять Зинаш. Я вам, наверное, надоела за сегодня. Сейчас, блин, сколько время? 4:30 или 4, или 4:30. В подвал поставили же эту кровать братова. Я спустила туда все кресла, потом под этот матрас от кровати. И взяла в коробке наклейки от бассейна. Две штучки. Сидела, колупала. Думаю, блин, вытащить это. Я думала, она такая, вот знаете, которая рассоединяется. Она там написано, клеем нужно приклеивать. Посмотрела, там никакого клея нету. Принесла сюда, сижу. Хорошо, вчера ногти нет. Ой, ногти не буду показывать. Так вчера не отрезала ногти. Грязные, блин. Сейчас здесь ковырялась. А под бассейном, там под этим грязь. И грязь под ногти зашла. Сидела так, хотела отклеивать, не отклеивается. Потом дошло, думаю, это, наверное, для клея. Смотрите, видите, ткань. И вот ниточка торчит, видите, нет? Писали трехслойный. Это значит, вот этот слой, вот этот синий слой. И внутри, здесь вот не... Ну, оно видно, что этот... Сейчас фокус. Вон. Видите, слабые такие ниточки. Оно на свет, оно так клеточкой... Волокно трехслойное. Вот оно трехслойное. Вот отрезала. Я увидела там в одном, когда бассейн мыла утром, сюда ближе к входу, к краю. Я обычно здесь плаваю, разворачиваюсь ногами и потом на спине плыву. А бетонный пол, вот эта бетонная площадка, там, видимо, неровная. И когда заливал эту площадку, там вот такие вот конусом эти или камушки попадались. Видимо, на него... Бассейн наложился, и я это, когда плавала, шоркала, и она продырявилась. Я раньше, когда плавала, чувствовала, что под ногой там остренько такое, продырявилась. Но вода не вытекала, почему? Потому что в бассейне 8 тонн воды, и вот эта пимпочка стоит, эта бетонная, и вот этот бассейн на него вот так вделся, и вода давила, поэтому вода не вытекала. Но когда увидела, как будешь плавать, и будешь днем и ночью думать. Шубат принесла, это верблюжье молоко. Вот, помните, 2 дня назад я ездила с охрипшим голосом. У меня в холодильнике кумыс, вот этот шубат. С улицы заходишь, жарко же. С холодильника хлысь. Но верблюжье молоко слаще, чем кобыле молоко. Верблюжье. Знаете, напоминает кефир. Такой слабый. Если кефир с водой разбавить. Такой. Извиняюсь, ребята. Пить охота. Вот. И в тот раз я на видео вам показывала, что в этот, на этот край, на этот выступ, когда плаваешь, чувствуется прям твердое. Под всем бассейном это резиновые коврики. И в тот раз я вам видео снимала, когда бассейн разбирала, собирала. Я подкладывала белую тряпку. А сегодня целый день думаю, белая тряпка, тряпка тоже, она тоненькая. Тоже вот этот, если этот, вот этот бетонный камушек, он торчит остренький. И тряпка сверху, она не поможет. И возле подвала нашла старый кусок линолеума. Длинненький. Постелила туда, там, где вот это порвано. А сюда с краю еще постелила вот эту белую ткань. Сейчас я вам... Блин, камеру как я буду держать? Сейчас встаю. Опа. Сейчас я вас отсоединю. Вот так буду, наверное, показывать. Смотрите, какой это белый паук, он подбежал. Опа, прыгнул, поскакал. Так, сейчас я вам покажу, где заклеила. Как я вам покажу? А где он? Ой, друзья. Вот. 3. Видно, не видно? Так, 3 дырочки. Вот одна дырочка. А где вон та большая? А большая... Ой, друзья, извините, вам видно? Нет, вот квадратик.
Не знаю, увидели вы там, не увидели. Сейчас на паузу поставлю вас. Ой, друзья, вот, занесла вас в бассейн. Вот. Так, гуляй, Вася. Как бы вам показать, а? Вот так, ой, вот так что ли? Ой, отрыжка от этого. Вот вам, наверное, не видно. Сейчас еще наклоню. Вот так вот. Вот. Дырочка. Я снаружи наклеила, но думаю, попробую отсюда еще наклеить. Здесь вырежу вот этот. Правда, не будет совпадать. Но бог с ним. Кто меня будет проверять? Ох, и ножницы я себе нашла, друзья мои. Ой. Такими ножницами что сделаешь? Вот? Не знаю, откуда они взялись. Вот так наклею. Этот супер момент взяла, универсальный кристалл. Не срачка, так болячка, блин. Но сегодня уже водой не буду заполнять, наверное. И до вечера она схватится. Нет, наверное, не буду. Завтра с утра встану. С утра уже пущу воду. Сегодня пускай. Ой, скворцы раскричались. Так. Так, тряпкой. Надо перевернуть, а то не увижу, блин, заплатку. Вот. Ух ты, здесь маленький кусочек. Что ты будешь делать, а? Здесь маленький кусочек. Сейчас вам объясню, почему дырки там. Сейчас, друзья мои. Сейчас, секунду, подождите еще. Сейчас. Ну. Ох, ветерок подул. Ох, как хорошо. Блин, как хорошо. Как хорошо ветерок дует. Где она? Вот она. Ой. Ой, тряпочка прилипла. Ой. Ну-ка. И эту. Придержать. Ух ты, друзья мои, здесь не пойдет. Здесь какой-то прям выступ надо будет. Нет, не пойдет. Сейчас надо что-то придумывать. Что-то сейчас надо придумывать. Так, сейчас при вас еще посмотрю здесь. Ну все, наверное. Это что такое? Здесь прямо. Нет, ну самое главное, здесь хоть выступ, не выступ. Но здесь хоть это не колется ничего. Вот какой клей хороший. Момент. Момента море. Момента море. Так. Ой, я деловая на стул села. Сейчас еще проткну где-нибудь. На стульчик не должен проткнуть. Сейчас я вас на паузу поставлю. Ой, друзья мои, невозможно. Жарко прям. Вот футболку на один день надела вчера. То вечером и постирала. Повесила. Хорошо, гладить не надо. Надела и поскакала дальше. Сейчас опять спина мокрая. Ух, вот так делаешь, аж волосы мокрые. Видите? Вон, видите, волосы? Так, сейчас объясню, откуда у меня взялась вот эта бетонная площадка. Ваше здоровье. Теперь мое здоровье.
гуси тоже вон пьют. За ваше здоровье. Вон они, видите? Вон. Лежат. Вон. Вокруг бассейна. Вокруг корыта. Я когда приехала, потом собак же выпустила. Сейчас покажу, собаки здесь спят. Сено распласталось по всему курятнику. Я утром вилами кучу поскидала. Побрызгала там, сейчас уж подсохло. И машину загонять. Они лежат там, где розы. Белая собака за мной пошла, а овчарка лежит, даже подниматься не хочет. То пришлось там в том вольере закрыть. Машина заехала, выпустила, закрыла, уехала. Потом они вроде в чувство пришли, а там у них полила сразу водой. Потом, когда машина уехала, эти грузчики, я их сюда закрыла. Здесь тенечек под деревом. Жалко же. Мы вот ходим, нам жарко, собаки с такой шубой. Вот, и сейчас дрыхнут оба. Так, что хоть... А! Я вам хотела сказать, кто давно на моем канале, тот, наверное, видел, там короткое видео, по-моему, было. Надо самой посмотреть. Я построила бассейн в прошлом году. Построила из этих сплиттерных блоков. Думаю, ну места полно здесь между яблонями, такой простор. Ну, самое умное же, самое умное. Думаю... Поставлю каркас из сплиттерных блоков. Они же пустотелы внутри. Вот так вот получается две квадратные дырки и перемычки между ними. Вообще, по идее, когда строят что-то с этих сплиттерных блоков, их вот так ставят дырками вверх и заливают вовнутрь бетон, цемент. Ну, бетон, раствор. Я думаю, блин, это сколько мне нужно будет мешать? Думаю, они так, считаем, один сплиттерный блок 19 килограмм в сухом виде весит. А когда намокает, он вообще килограмм 25. Не 25, 23, наверное. Вот. Я думаю, тяжелые. Друг на дружку поставлю. Думаю, нормально будет. В общем, они тяжеленные. В общем, я подняла 4 или 5. Он, по-моему, чуть выше бассейн был этого бассейна. Наверное, 5 рядов. И между рядами, а там края, этот, толщина вот этого сплиттерного блока, где-то, наверное, сантиметр. Я вот на этот сантиметр намазывала раствор, этот бетонный раствор. Где-то так ставил дырками друг на дружку, где-то дыркой вот так на дно ставила, поставила. Тут одному знакомому позвонила, видео сняла, говорю, смотри, говорю, бассейн построила. Он говорит, мать, оно же не выдержит воду. Я говорю, что ты поел? Он говорит, там надо, короче, какую-то аква какую-то пропитку, потом аква какую-то раствор, там что-то. В общем, мне наговорил, говорит, мы там когда-то у кого-то бассейн строили туда-сюда. Я думаю, фу, дураки. Думаю, я же умная. Я говорю, нормально будет. Поставила. И внутрь вот это дно залила. А он, знаете, какой толщины? Ну, земля неровная. Ну, где-то вот в одном месте вот такая толщина, в одном месте вот такая толщина. Ну, поверхность ровную сделала, потом я этим уровнем выравнивала. Залила, у меня брат давал синюю краску, тепловую закрасить. Я, внутри все заштукатурила, с дном сравняла углы, заштукатурила. В крайнем углу сделала две ступеньки. От края, от высоты этого бассейна, вот на таком расстоянии, одну ступеньку, такую, знаете, чтобы нормально было. И потом вторую ступеньку. Ну, ширины, наверное, вот такой ширины, думаю, нормально будет. Ступеньки сделала, все замазала с кирпичей. С кирпичей, там пару сплиттерных блоков, а потом кирпичи желтые ставила. Все это цементом, хорошим раствором, хорошей пропорции делала. Заложила, заштукатурила, высохла. Грунтовкой прошлась. Не такой, который по бетону, а просто грунтовка. Такая была. Вот туда еще ПВА добавила. Потом высохла. Вот это брат, который давал синюю краску. И покрасила весь бассейн внутри.
И потом оставалась у меня какая-то темно-темно-синяя краска. А вот эта краска осталась, ну, мало. И там в некоторых местах не хватало, или осталось, не помню. Я разбавила белой краской. И вот посмотрите видео, просто для интереса. И белую краску добавила, и по дну нарисовала, как волны. Красиво. Шланг бросила, апробация. Наливаю, наливаю, наливаю. Ну, здесь тоже где-то примерно 8 тонн воды нужно. Мои идут. Инспекция. Кряк, кряк. Одна до сих пор так и хрюкает. Коричневая вон в этот зашла в огород. Вон она залезла туда и чистит там перышки свои. Под дверцей. А белые вон стоят, ждут ее. Ой, ой, не упадите. Ой. В траву я вас поставила. Вот. Нарисовала волны. Бросила шланг, вода набирается. Ну, где-то, наверное, ну, не помню, вечером, наверное, закинула или утром закинула. Короче, не суть. Набралась пол бассейна. Ну, так образно сказать, наверное, ну, сколько сантиметров? Ну, сантиметров 50 набралось воды. Надела купальник, залезла. И снаружи у меня лежали кирпичи. Я сверху постелила линолеум, залезла. Вода просто холодная, вот еще вода набирается, я бы залезла. Вода ледяная. Легла, ну, 50 сантиметров там никак. И так вот побултыхалась, так, так, потому что там коленки задевают там это. Поплавала, думаю, ой, класс, как раз в обед была, жара была страшная. Искупалась, думаю, блин, какие все дураки, какая я умная. Вот сказали, нельзя, 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 я же построила. Я вообще молодец, думаю. Ну, так, полежала в водичке. Ну, длина... Так, длина, кстати. Длина... Так, метр, два, три. Три на полтора, наверное, вот так вот. Так, метр. Да, три. А, два с половиной, по-моему. Два с половиной на полтора сделала. Ой, ну, думала, это вообще ж стадион. Извиняюсь, конечно. Может, вам это не интересно? Серая вылезла. И заглядывают туда белые. Вот одна ходит, хрюкает. Я не знаю, или у нее в горле что-то застряло. Вон, вот которая крайняя стоит в яблоне. Вон, и та тоже с крутым ртом. Которая, какая-то из них одна хрюкает до сих пор. Вот. Думаю, блин, какие все дураки. И какая же все-таки умная. Мало того, что красивая, еще и умная. Искупалась, жара, и пошла домой. Шланг кинула. Пошла после воды и вырубилась, уснула. Спала. И тут, знаете, такое ощущение, как будто меня кто-то вот так вот, знаете, вот так вот разбудил. Я глаза открываю, не поняла, в комнате никого нету, но дома никого нету. Думаю, блин, пойду бассейн посмотрю. Прихожу, друзья мои, у меня бассейн разломался. Вот эти сплиттерные блоки по 19 килограмм в сухом виде, они-то намокли. Они килограмм по 25 каждые. В общем, здесь, вот с этого края, вдоль стенки еще кирпичи остатки лежали. Оно поэтому в эту сторону не выдавило. А выдавило в ту сторону. Вот я вам сейчас покажу. Вот, видите? Вот, синяя. Вот эта площадка. И оно выдавилось в ту сторону, в сторону забора. И причем эти сплиттерные блоки валяются. Знаете, вот одна об яблоню ударилась. Там на яблоне до сих пор это так вот. Кусок коры отодралась. И вторую яблоню там. А, вон, да, и ту яблоню повредили кирпичи. И, видимо, эта вода набралась, полный бассейн. Я не знаю, на часа два, наверное, уснула я. Я когда купалась, половина бассейна была. Я ушла. И потом, видимо, на пару часов уснула, и бассейн наполнился. И там, видимо, не знаю, может, там где-то между кирпичами где-то вода просочилась. И оно 8 тонн
оно выдавило кирпичи. И вот кирпичи, два-три кирпича, яблони две ударились. А остальные-то... Я как представила, думаю, ёкалы-мене. Это я бы купалась бы, и меня вот этой волной бы выбросило на кирпичи. Там от фейса ничего не осталось. Может, даже я покалечилась бы там. Вот. Под забором дырка, и там видно, у соседей курочки гуляют. Вот, по-казахски говоря, «Кудай сақтаған». А по-русски как она сказать? «Бог миловал». И вот надо же, и причем еще вода текла. И вот, получается, я когда спала, мне говорю же, меня кого-то кто-то разбудил, такой, знаешь, кого-то дернул меня. Я так глаза открыла, думала, кто-то дома. Потом сообразилась, сориентировалась, мозги кучу собрала, думаю, я же одна дома. И в это время, видимо, бассейн прорвало. Я вот думаю, вот, а если бы я там бассейн еще покупалась бы. Вот благо холодная вода была, благо вот я, воды мало было. И все, триндец. Так что вывод какой? Не надо считать людей глупее себя. Потом эти все кирпичи разобрала. Я же перетаскала. Замечали, может, в сарае у меня, когда я там, по весне кто видел видео мои, я там, когда полы вот эти все кирпичи вытаскивала, там крыс, норы были. Замечали, может быть, там некоторые кирпичи синие. Вот, это от бассейна. Я просто ждала, а там кто-то мне писал, говорит, ну ты Зинаш, это Нора Спайс писала мне. Похвалила, говорит, молодец, такой, то, что построила бассейн. Когда бассейн купила этот, я ждала, когда вот, думаю, кто же мне напишет, а где тот бассейн, что-то Нора пропала. Нора, а ты где? Я, друзья, может, кого-то обидела, там, может, в комментарии что-то неправильно написала, ну вы мне прямо сразу пишите, скажите, мать, ты что? Берега попутала. Не обижайтесь там, может. Я вот сама думаю иногда. Вот за рулем еду, там, допустим, какие-то ситуации бывают, я ругаюсь же. Может, скажете, вот, блин, баба какая-то контуженная. Ну, контуженная, да. При исполнении у меня 2 или 3 сотрясения. Первое сотрясение получила в 94-м году, по-моему. Нападение было прикладом пистолета, рукояткой пистолета по голове, как долбанули. Еще потом кулаком вырубили меня в притоне. Вот. Ну, это все прошло. Но бывает иногда. Тут помню, тут не помню. Гусенька моя. Гусенька. Подружка моя. Позапрошлый год она мне давала себя гладить. Подойдет, между ног встанет. Я ее гладил, там даже видео, по-моему, было. Я с ней сижу, гусенька. Ее мы так вот шейку глажу. Она не надо, говорит. Ой, тоже что-то бегают с открытыми ртами, смотрите. Видно, не видно? Жарко. Сейчас вот поэтому они сразу. Поэтому я в саду надо с клубники вытащить одно корыто. Набрать воды тоже поставить. Я не поняла, что они там вот так в тазик наклоняются. Протекает, что ли, крыто? Вот. Так что такой бассейн у меня был. Хотела всем нос утереть. Сказать, что я самая умная. Вот. Но все познается в сравнении, все познается на своих ошибках. Так что кто собирается строить бассейн из плитерных блоков? Нет. Если и строить, я так сейчас уже умными, я так думаю. Там их соединить нужно, сквозь низ нужно пробивать это, ставить, заливать эти арматуру через каждый кирпич арматурой. Ну, в любом случае, не знаю. Стенки-то отдельно, вначале стенки поставила, а потом дно. Ну, короче, как было, так и было. Так что вот, друзья, вот я, видите, это белая ткань. Ой, встаем.
Там я вон постелила линолеум на край этого, вон. А сюда постелила эту, как ее, ткань. Вам видно, нет? Все, дальше я, друзья, уже без вас буду собирать, потому что там, ну что уже показывать, одно и то же, вы тогда видели, во-первых, во-вторых, уже 25 минут, сейчас раз опять видео прервется, опять буду как колхозница видео выкладывать не до конца, фух, жарко, все, пока, ваша Зинаш.